Важно, любые скачки – это скорее риск для нашей экономики, как больше, так участие во всех мероприятиях большой восьмерки. Там это и я с удовольствием их представляю. Помощник президента Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принимал участие во многих саммитах и имеет громадный опыт работы в таких форматах. Кроме того, вчера, насколько я знаю, президент России передал Дмитрию Анатольевичу свои пожелания, и они обсудили вопросы, связанные с проведением, с участием России в «Восьмерке». У нас не было никакого заранее согласованного времени и спектра вопросов, поэтому вопрос о сокращении просто неуместен. Не знаю, он просто не имеет смысла никакого. Наши лидеры найдут время для обсуждения тех вопросов, которые им кажутся наиболее важными. В любом случае. Россия не раз подтверждала, и правительство России, президент России, что для нас энергетики, здесь Российская Федерация, намерена донести на нашей площадке.